Дружище! Ну, в принципе, было бы неплохо. И иногда бывает полезно сказать что-то до поединка, нежели после. Разные эмоции, разные восприятия жизни. Давай, держи микрофон, расскажи немного о себе и что-нибудь позитивное. Давай. Зовут Евгений из Петербурга. Приятно, что организаторы проводят и здесь тоже данные соревнования. Я первый раз здесь решил попробовать. Сейчас, признаться, работа не очень располагает к работе лицом. Но я решил рискнуть, поэтому... Риск, спасибо. Благородное дело и любит достойных людей. Спасибо. Спасибо тебе! Пойдем посмотрим второго участника. Мы пока проверимся. Меня зовут Кирилл. Всем передаю огромный привет зрителям. Постараюсь показать хороший, доблестный бой. Всем Судя удачи. Судя по наколке, ты фанат футбольный, да? Зенит. Или это так? Ну, типа того, можно сказать. Типа того, можно сказать? Да. Что-нибудь еще скажешь про себя? Ну, занимался ММА 2 года, боксом занимался полгода назад. Сейчас занимаюсь на данный момент тайским боксом. Понятно. И что тебе больше нравится? Ну, в основном тайский бокс, раз перешел с бокса. Вот. В Таиланде мечтаешь побывать? Возможно. Но будем надеяться, что этот поединок будет первым шагом его на пути в Таиланд. Давай, готовься к поединку. Гена Снайпер, твой выход, твое слово. Пойти на середину. Не будем затягивать, про правила вы слышали, соблюдаем. Судейских решений нет, вы решаете, кто из вас сильнейший. Деремся с уважением и до конца. Пожали руки. И по углам. Боец готов? Да. Готов? Зрители готовы? Что тебе еще? Ну, давай. Секундочку, весь момент. Фальстарт. Готов? Готов, зрители? Бой, поехали! Белов Игорь, подойди сюда, пожалуйста. 8-я пара. Стоп. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же ты так? Да, это неприятно. Внимательно. Таковы правила, даем остановиться. Встряхнуться, как следует встряхнуться. Да. Встряхнуть бубенчиком, да? Ну, это говорит, готов? Что у этого парня все на месте. Внимательно! Парни-участники, 9-я пара. Подходим, готовимся. Хорош! Хорош! Руками расходят. Хорош! Аккуратнее! Началась целая песчаная буря. Давайте поддержим, ребята, отличный бой. Посмотрите, как стараются. Держи под ним. Просто держи. Активнее. Не трать силы. Держи, просто тебе. Стоп! Стойка! 9-я пара. Парни, подходим, готовимся. Внимательно! Внимательно! Бой! Колено не бойся! Касайся! Встал, ногами работай! На него! Все, оторвался! Рукой одной оторвал его от себя! Еще проверь печень! Правой рукой поверь! Сильнее. Да. Еще туда. Сильнее. Еще. Жестче. Еще туда. Еще по печени. Жестче работай. Тяни, давай. Просовывай. Рукой оттягивай от себя. Печень бей. Просовывай. Давай. Работай. Колено. Стоп. Ой. Нарушение. Хорошо. Так поступать нельзя. Не увлекайся. Колено. Голову. Если соперник не готов продолжать готов бы? Да. Внимательно. Готов? Бой продолжаем!
Парни, внимательнее к правилам. Руки поднял, подсядь. Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Держи ногу. Давай, давай, давай! Подержи его, попробуй. Давай, поединок показывает, что никогда не надо сдаваться. Всегда стремиться к победе. Ой, король. Да, да, да. Давай, давай, давай. Отбивай мы. Помощник, Иван. Ловчем нигде и по трех. Работай, работай, работай. Открытая спина. Активнее. Бок открытый, его плечи, плечи, плечи. Давай, давай, накидывай. Пожестче, пожестче. Да, 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 еще. Просто бей, просто бей. Просто бей ему, бей, бей, бей. Хорош. Да, бей, бей, просто бей. Давай, давай. Просто бей. Кирилл, бей, не... Держи, бей. Парни, несколько странная, конечно, позиция, да. Геннадий, может, хватит уже. Молодец. Нет, локтями не бей. Но Геннадий, Геннадий беспощаден. Не-не, лежи, лежи. Гена, выводи парней из топа. Из патовой ситуации. Выйдет. Это мне очень интересно. Внимательно. Внимательно. Мой! Давайте поддержим участника. Хорошая бьёнка. Работай, давай. Работай, работай. Давай, еще. Держи, руки. Руки, руки, руки. Давай. Руками бой. Давай, еще. Колено, колено, колено. Давай, давай, перекладывай с руки на руку. Корпус вперед подзавали. Колено, не забывай, колено. Оу, попал, попал. Колено, не забывай, колено, колено не забывай. Хорош. Попал. Еще, еще, боковой, боковой. Еще раз, еще раз. Давай, еще раз, еще раз. Давай, еще раз. Ноги, ноги. Хорош. Держи. Активнее. Кирюха, в маунт давай. Стоп, стойка. Парни, внимательно. А есть ли сила у вас, парни, еще? Готовы продолжать? Готовы? Бой, поехали! Аплодисменты, поддержите бойца! Это же крутой бой! Языка стойку подниму. Стоп, стойка! Парни, терпи, терпи, терпи. Парни, соберите энергию, последний удар. Готовы? Он зачастую решает все. Бой продолжаем. Стойка! Парни устают, но не сдаются. Внимательно, готовы? 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 Бой! Парни, вы показываете очень динамичный поединок. Подойдите ко мне. Я вам даю минуту восстановиться. После этого делаем заход, если вы не выясняете, кто сильнейший, мы остановим спор. Хорошо? По углам. Итак, у парней есть минута отдыха. Они могут взвесить все, что произошло в сегодняшнем поединке у них сейчас, восстановить дыхание и доказать, кто из них сильнейший. А мы готовы это все посмотреть.
Ну а я хочу напомнить, что подписывайтесь на бесплатное приложение Триколор Кино и ТВ и смотрите бои «Стрелка» в прямом эфире. Это интересно. Там Геннадий, я смотрю, у вас непроницаемое такое каменное лицо. Это единственное, что вас вообще беспокоит в этой жизни? Это единственное, что меня вводит в это состояние. А, в это состояние, да? А, еще? Нет, достаточно. Геннадий, для вас у нас есть тоже небольшой подарок. Кабанас в студию! Давай сначала я это, один поединок. Пусть Гена тут разведет сначала. Ну, хорошо, хорошо. Потерпи немножко. Держи, Генка. Отложи себе. Отложи себе на потом. Обязательно подкрепись. Подсумков и будем надеяться, что улыбка не будет сходить с твоего лица. Берем супер тактический карман. А парни, я так понимаю, отдохнули и готовы. Все подогнали. Готовы? Готовы? Готов? Бой продолжаем! Затылок внимательно! Зажимай голову! Стоп! 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 Не! Позицию занять! Тоже позицию на центр! Тоже позицию, разворачиваемся! Тихо, тихо, разворачиваемся! Спокойно, еще, еще! Еще, еще! Еще двигаемся! Готовы? Бой продолжаем! Активнее! Просто держи его, Кирилл, Вадим! Да-да-да, так иди! Стоп, стойка! Активности нету. Встаем. Там не было удушающего. Я вроде что-то разбираюсь. Так, парни, давайте на середину. На середину. Это был эпический достойный бой. И у нас два победителя! И это дружеская ничья, иди но сюда. Она победная. Победная, потому что они перебороли себя и вышли в ринг. Парни, давайте сюда к нам, пообщаемся чуть-чуть. Сидит, иди сюда. Сейчас вам тоже там колбасок подкину. Иди сюда, Серый, ты куда убежал? Иди сюда. Скажи пару слов, как тебе впечатление от боя? Тяжелый, зверский бой. Да? Держался молодцом, не сдавался. Я как раз тебя ищу. Неожиданно, неудобно. Поэтому такие ощущения. Как-то ожидал, что и будет легче, но противник молодой. Как бы почти в сыновья пригодится. Так что, ну, в общем, я с тобой доволен. Молодец. Нормально. Давайте послушаем второго парня этого боя. Сидит, ты давай. Потерял много сил, на, держи, тебе восполни. Всем спасибо моим друзьям за то, что пришли меня поддержать. Это было мое первое испытание на стрелке. Очень довольный. Спасибо организаторам. Вы лучше. Но как яркий тайский боец, ты сегодня продемонстрировал много борьбы и партера. Это достаточно показательно, что боксеры борются, а борцы боксируют. Но все равно ты молодец. Держи это тебе, восполни свои силы. И будем ждать тебя снова на наших турнирах. Давай готовься к турниру, ты молодец. Давайте посмотрим следующую пару бойцов. Давайте, парни, залезайте сюда. Давайте, парни, запрыгиваем на песочек.